Кажется, вот так будет лучше. Да. Друзья, выходите. Сейчас должно быть лучше. Привет. Всем еще раз привет. Там кто-то из Италии смотрит нас в Ютубе. Это прикольно. Давайте посмотрим, кто там. Ну как-то поживее стало, да? Инстаграм, вы откликнитесь. Лучше стало. Должно быть лучше. Я опять зашла. Ага. А вот, стало лучше намного. Ага. Как дела? Что чувствовали, что не чувствовали? Закрывайте глаза еще раз. Вдох через нос, выдох через рот. Дышите глубоко. Вот, слава богу, заработало все. Ага. Всего чистить. Посмотрим. Пока по моему ощущению, сейчас печень чуть напряжена, обид очень много у нее. На себе тащит очень много она. Thank you.
Ирин, что чувствуете? Что там происходит с вами? Ноги, руки все онемели. Руки скручивает, нет, покажи. Нет. Сводит вот так, нет? Пошли? Ноги сводят, руки нет. Все, дыши глубоко. Опусти руки, дыши. Давай, закрывай глаза, дыши. Тебе будет все хуже и хуже, лучше заплачь, ладно? Придет момент, когда надо будет плакать. Когда будут отпускать тебя. Выпускай.
Не плачь, из груди боль вот эту. Выдыхай. Отдыхай. Еще, Егерим, давай отдыхай. Выплакивай до конца. Усталость. Сейчас вот это отчаяние прям скидывай свое. На выдохе отчаяние выпускай. Усталость в вот эту всю. Вытаскивай. Вот так, давай. Еще. Давай, усталость его. Вот так еще. Пускай усталость, еще. Давай еще. Выпускай, выпускай.
Что сейчас в теле происходит? Все немело. Руки, ноги. Теперь смотри. Глубоко вдыхай и за мной повторяй. Давай. На выдохе говори. Заебалась. Говори. Заебалась. Ага. Давай, заебалась. Вот так, молодец. Заебалась. Выпускай все. Заебалась. И на выдохе вот представь вот это вот, как ты прям выпускай это все. Вот так, Маша. Давай, хорошо. Еще. Вот так. Выпускай все усталость. Заебалась. 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 Выпускай. Заебалась. Выплакивай потихоньку, Игирин. Вот так. А, чуть в голос слегка. А, выпускай. Вот так. Выпускай, дорогая. А, плачь, давай. Еще. Выплакивай, да. Вот так, молодец, еще. Давай. Выпускай, давай, дорогая. Еще. Елена, выплакивай. Я тебя прошу, давай. Теперь вот просто на выдохе. Вот так, давай, прошу. Давай. Вот так, дорогая, давай. Вот так, родная, выпускай. Вот так, молодец. Еще давай. Прямо из груди выплакивай. Вот так, Маша. Ага. Вот так, молодец. Агирин, как дела? Нормально. Отпустила? Отпустила. Ага. Сейчас что происходит у тебя в теле? Руки, ноги отпускают уже прям. Ага. Легко становится чуть-чуть уже. Не сильно, но руки чуть-чуть не имеют, конечности. А губы? Губы тоже чуть-чуть. У тебя не чуть-чуть. Ну ага. Подушка есть рядом? Нет. Не взяла? Дыши тогда. У тебя кричать можно? У тебя частный дом? Частный, только я не могу. Все дома спят. Ага. Мурашки по коже прям. Угу. Сейчас будут отпускать. Потихоньку дыши. Я тебе сейчас расскажу. Это вот кто спрашивал про порчу, там про магию, это вот это. У Игирин то, что было. У меня была порча, я знаю. Я уже. Угу. Мне вот 4 года, в 2015 году
У меня в 6 или 7 месяцев прямо, вот когда я даже домой на работу уехала с машины, и у меня как будто двойная голова. И вот сегодня я вот это повторно почувствовала, как будто у меня вот цемент в голове, и я постоянно вот домой за рулем ехала и думала, вот доехать бы домой, доехать бы домой. Мне не всегда это было во время месячных или после месячных. Вот когда вот кровь обновляется или не знаю что. И у меня я даже это целителем ходила, вот порчу снимала. И мусульманина в окантовке я к одной русской пошла. Она свинцом меня чистила. И после этого я, наверное, 6 или 7 месяцев у меня каждый месяц обмывала. Я прям вот точно то, что я сейчас почувствовала, вот это все было. И у меня вот руки, ноги немеют, лицо вот так искажается, вот так. Да, и все. Я домой приезжала с работы, и все, падала. Родители тут, я с родителями, с мужем живу. У меня 4 детей. Молодец. И у меня точно, я вот сегодня обратно все это почувствовала. И у меня вот точно самую руку, ногу сводила. И ежемесячно я, наверное, 7 месяцев вот так болела. По концовке к одной пошла русская. Она вот свинцом чистила, я к ней, наверное, 7 дней ходила. И после отпустила, и все. Хорошо. Прям легко стало. Сейчас чувствую даже. Руки, ноги все уже чувствую. Пускай. Пускай такая. И на душе прям легко стало. Ну, здорово. Я вообще, у меня было, это было в 2008 году. Порча у меня была, я знаю. И в 2008 году было, в 2009, когда я родила, это у меня все повторилось, у меня полностью села вот этой крапивницей, я тоже чистилась 21 день, что ли, я к одной, ну, мусульманке, она меня чистила, и вот Кураном, я вот к ней 21 день ходила. Но я постоянно чистилась, но последние, наверное, вот, последний раз я вот в 2015 году чистилась, после этого не чистилась. Вот с прошлого года у меня вообще в жизни все наперекосяк, не знаю, в долги по уши 10 миллионов залезла. Я не знаю, как вообще залезла, как это. Я вообще от себя в шоке просто. Да надо чиститься, но вы приходите потом, смотрите. А вот то, что вот эта магия, да, там, или там порча, ее надо снимать столько раз, сколько тебе ее делать. То есть ты будешь не иметь, тебя будут сворачивать, потом отпускать, тебя будут сворачивать, отпускать. Вот сколько раз делали, столько раз надо и снимать. Очень редко бывает, когда за сеанс там... Ничего такого бывает. А? Вот начинаем, даже мы каждую пятницу, у меня свекор Куран читает, мы каждую пятницу вот садимся за стол, Куран читаем, и вот у меня каждый раз, когда он начинает читать, у меня вообще, я сама себя, я знаю то, что у меня, если даже никого нет, я вот это расслабляюсь, меня качает вовсю, по полной. Я всегда делаю. Качает, ну, я такая... от энергии качает, это нормально. Это. Просто отрыжки идут, зевота идет во время Корана, когда читают. Там. Зевота постоянно. Вот, то есть, нужно до конца дочиститься, и у тебя потом такой сильной реакции на это не будет, на все. Да. Потом оно центрируется, выровняется, и будет нормально. Рот отпустила? Отпустила. А тут у тебя сидишь, у меня чуть-чуть сводит, а тетень. Там и ноги, там на теле легко стало прям. Ну, слава Богу. Я рад, что помогло. Спасибо вам большое, огромное. Я вот столько раз хотела прям, думала, вот-вот,
вам запрос сделать на онлайн, и почему-то как-то то неподходящий момент, то кто-то рядом постоянно, люди. Сегодня они, к счастью, так рано легли, обычно наши в час, к двум. Слава Богу. Хорошо. В общем, приходите, там будет какие-то будут изменения, потом можете написать или также выйдете в эфир, потом поделитесь, что с вами происходит там. Ага. Или напишите просто. Там хорошо стало. Спасибо, благодарю вас. Спасибо огромное. Спасибо. Всего тогда. Ага, давайте, спасибо. До свидания. Спасибо. Ага. Давайте. Спокойной ночи. Так. Что, друзья, я сейчас этот, наверное, этим мы завершим. Сегодня, если есть вопрос еще задать, ну, по-моему, уже все. Я сейчас постараюсь этот эфир сохранить, чтобы он сохранился для Ютуба. В общем, давайте, всем спокойной ночи, пока-пока. Завтра, если будет сила, еще выйду. Давайте всем. Или... Так, что там, поговорить хотите? Не хотите, все. До свидания, всем хороших, приятных сновидений.